Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, попробуем 21.4 пройти на 3 звезды. Блин, выбор, конечно, в плане быстрых выстрелов вообще. Начинаешь садиться играть, сразу обязательно кто-то звонит, кому-то что-то надо, блин, тут напрягает. Так, давай-ка мы эту... пугало огородное попробуем забомбить. До свидания. Так. Раз тут дает летунчика, значит тут 100% будут бочки, да? Мне так кажется. Так. Блин, на самом деле лучше сюда позвать Плювика. Плювик был бы вообще топчиком здесь, на самом деле. Я, пожалуй, так, наверное, и сделаю. Поступлю. Ага. Ага. Вот об этом я и говорил, друзья мои. Так, там какая-то тревога поднялась. Видимо, сейчас... видимо, сейчас пойдет на нас очень много... бомжей-пиратов. Такого ощущения нету. А вот у меня есть. Я еще, ребята, одного плювика заказываю. Я заказал двух плювиков, и в итоге мне еще надо бы, знаешь, что сделать. Да иди ты. Так, подожди. Вот это, ребята, не вовремя. Да блин! Все. Все испортили мне, блин. Сейчас объясню, почему, ребят. Во-первых. Жесть. Я хотел на самом деле, блин, чтобы у меня плювики. Короче, бочка, блин, та долбаная бочка, которая пролетела. И вот эта бомжиха, блин, со своими пиратами долбанными, блин. Достала кикимора, просто кикимора. Там-то еще что? Твою налево, я думаю, что... что у меня тут, блин, этот... не идет подкрепление мое. Да вот, поэтому и не идет, что тут. Разборка, блин. Давай вот так вот сделаю. Не знаю, как мы эту бомжиху сейчас будем с тобой запинывать. Ума не приложу. Она еще кидает, блин, этих. Ладно, там какие-нибудь ватники были бы. Блин, довольно крепких пиратов она бросает. Вот я к чему говорю, ребят. Ну и куда ты побежал? Побежал он, блин, тут. Ну, бездумно плю этих выпускать тоже, ребята, такое себе удовольствие. Давай будем честны. Я позвал мамонта. Вот он. Пират этот. Два пирата. Два, друзья мои, мощных пирата. Ну где мамонта, твою налево? Он мне нужен тут сейчас как манна, блин, небесная. Вот опять. Опять 25, блин, ты заколебала, бочка долбаная, блин. Пипец. Отгреб. Ну, сейчас, естественно, ребята, и плювики завалят там у меня. В общем, все как-то через одно место, ребята. Пошло у нас не так, как надо.
Ну где летун-то, блин? Ну... Какой ты медленный тормоз, блин. В кого ты там плюешь? Все правильно. Ребят, хочу на 3 звезды пройти. Хочу пройти этот уровень на 3 звездочки. Да ладно, у меня удалось. Удалось, ребятушки, не пройти. Ух, бомжиха, это, конечно, пиратка. Меня вымораживает, свои бочки бросает, блин, в которых очень крепкие бомжи. Понимаешь? То есть нахрапчиком их не взять. Угу. Так, ребятушки, двигаемся дальше и смотрим, что нам еще нужно. Так, ага. О! Открывается новая карта. И тут, ребятушки, будет новый динозаврик. Ну что, 21,5. Я тебе скажу, что выбор не очень хороший. Ну вот эти вот, может быть. Может быть. Блин, я не могу дотянуться. Я не могу дотянуться до него. Так, пока это там. А он нормально. Оу! Ну и нафиг ты мне тут нужна? Начинается, ребята, начинается. Да кого ты бьешь, блин? Я говорю, бомжиху, блин, бомби. Этот хороший, ребята, когда с разбега бомбит по ней. Вот, вообще, он... вот его если прокачать... Если его прокачать, вот этого вот, который головой бомбит, то это вообще будет шикардос. Он довольно неплохо наносит урон. Ему бы еще шлем какой-нибудь эпический, так скажем. И цены бы ему вообще бы не было, друзья. Дай-ка я вот так, наверное, сделаю. С какого припуга они в лодке в этой спрятались, а? Здоровски! Вот чего я не подумал, так это то, что... О, смотри, видишь, в эпическом шлеме бежит. Его, блин, прокачивать надо. Он так-то хорош, хорош Рэмбо, но... Сейчас вообще шикарно было. Давай, 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 вырубаем, 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 вырубаем этих охламонов. Он чем хорош, ребята, что он ударяет, когда? Ай, ай! Там еще и пушка, да? Надо вот этих вызывать. Готов, засранец. Фига, две пушки. Две пушки, друзья мои. Это серьезная заявочка. Значит, нам придется огонь плюс вот этот валун туда закидывать. И надеяться, что у нас все получится. С двумя пушками. Это, ребят, вам не шутки. Тем более пушки эти бомбят, сам понимаешь, не кисло. Так. Твою налево, что там за...
А, у нас уже Т-рекс тут. Оу. А тут уже все, друзья мои, тут уже. Давай огненного Дейна позовем. Есть. Да, ребятушки. То, что доктор прописал на 3 звездочки, шикардосик. Наверное, все заметили, что я что-то плотно подсел на Дина Бэш. Видимо, Рэйчи хочет его пройти. Блин, у нас же еще этот Дилофа хочет прокачаться, да? Дилофа и... Так, ребят, ну что? Так, эй, началось, говорит, новое событие. Легендарная Азия уже... А, вот что. Бочки и клинки. Блиц микс. Да, блин, и хочется, ребят, посмотреть. И жалко энергии. Так. Ледяная. Блин, ну это, конечно, выбор, ребят, вообще фуфлянский. Особенно с этим пиратом, блин. Слушай, ну он очень, ребята, долго стоит так в этой. Блин, все-таки вот этот хорош. Вот этот хорош чудик. Но никогда, блин, с бочкой. Ой, с бочкой. Как ты достал меня, пират долбанный? Ну? Так, пока в коматозе есть. Так, ну что здесь, блин, надо... вот это, конечно, топ. Если мы удастся нам его призвать, будет круто. Вы издеваетесь сейчас, да? Бомжиха-пират. Плюс вот это все пугало огородное, блин. И это пугало сейчас, блин, начнет, ребята, здесь. Да, ну, я заметил вот эти уровни, где... На лысого у нас что получится. Ну, мамонта запинали. Ну, он хорош, ребят. Нам бы хотя бы одну бомжиху бомбануть.
У этой очень мало здоровья, ребят. Вот у этой бомжихи мало здоровья. Есть. Осталось бомжи. Есть. Я говорю, вот тот чувак просто, блин, просто восхитительный. Вот этот вот. Вот он бомбит. Блин, ему прям нет слов, ребята. Да чего, хорошо бомбит. Вот это прям беда. Ну где там должно быть их два, блин? Так, я ее пока в шок. Сам понимаешь, шок это по-нашему. А вот здесь-то мы и сейчас тут. Ох, сейчас мы их залпом-то здесь. Ох, залпом, друзья мои. Ты посмотри, как эти бомбят. Ой, шикарненько, ребята. Ну, прям великолепно. Мы еще и сундук с собой получим здесь. Так. Угу. Дальше. 600 монет. Так, тирексик у нас там. Так, Дилофа и Мамонт. Плюс редкий сундук у нас должен быть. Давай мне сундучок, редкий, редкий сундук. А, обычный сундук, какой нафиг редкий, ты чё это ты? Чё это ты, Белинов оделся? Ну, 1600. Колючка. Кентра. Огненная бомба и редкий шлем. Вьюга. Слушай, ну нормально так дали наград. Опа, друзья мои, а мы можем с вами... Фига у него здоровье. И атака. Плюс 62. А что по выстрелам у нас? По выстрелам ничего. Я могу диносов. Где мой этот плювик? Ну, наконец-то. Ребята, плювик и так был не кислым по атаке. Сейчас он будет просто жесть что вытворять. Ну что, попробуем вот это тут. Я не могу понять, что тут... в чем тут проблема у нас была? Не знаю, надо смотреть. В принципе, тут уже можно догадаться, в чем проблема. Да. Я, кажется, понимаю, в чем проблема, ребят, будет. А бочку эту все-таки не хватило, да? Бочку вам не хватило пробить мощей, да? Ну ладно. Вьюга это хорошо. Зачем мне здесь хил дали? Так, а почему он этого-то не пришил?
Блин, мощный пират идет, ребят. Так, что из этих... Ну то, что он этого напугал, а... Согласись, беспонт какой-то. Делов, что ли, качать надо? Или что? Что мне тут можно сделать? Так, и остается вот этот вот один, да? Пройдоха. Да как один? Он не один, их тут дофига, ребята. Они идут один за другим. О, звезда уже мешает. Все, ребят. Минус звезда, ну, естественно, и вторая звезда, ребята, здесь. Я сейчас просто хочу глянуть, есть ли тут вообще, был ли тут шанс. Ну как тебе сказать, блин, шанс вроде есть, но нам не хватает именно мощей, что ли. Или набор у нас такой не очень хороший против пиратов, вот именно здесь. Может быть, огненная бомба, то, что не прокачано. Если бы не бочка бы здесь, ребят, вот это вот, не бочка, а лодка, в лодке, где пираты прячутся. Может быть, и был бы толк. Может быть, и был бы толк, но, к сожалению, не сегодня. Ну, давай тогда на следующий пойдем. 22 и 1. Тут вообще начальные эти даны. Как я тут буду с ними играть? Можно вопрос? Так, ушатали. Это что такое? Это, ребят, что-то новенькое, блин. Идиот на колесе называется. Блин, ну это уже издевательство, ребят. Еще один такой же, ребят, на бочке. Ну
Так, он взрывается. Так, шамана надо валить. Нет, звезда моя. Тьфу ты, ребята, мы чуть-чуть не успели до звездочки, до трех звезд. Чуть-чуть буквально не успели. Печалька. К сожалению, не успели, друзья. Был шанс очень даже неплохой на три звезды, но... ничегошеньки не получилось. Немножко обидно. И уровень, в принципе, не такой сложный был, на самом-то деле. Хоть не очень мощных динозавров мне и дали, но уровень сам по себе не очень такой. Так, а что у нас на золотом пути? 5000. 5000 монет, ребят, дадут мне. Ну, вот стега этот огненный, блин, ну... тот намного лучше, конечно, ребят. Я пока пойду потихонечку. Тот разберется там, я думаю. Это плохо. Блин, мне надо вот этой фигней заниматься. Здесь, видишь, тройка, блин. Пират. Пушкарь. Так, эти пока там займутся, я здесь сюда пройду немножко. Ну чё вы там не разбомбили еще? Давай спалим домик этот. Ну что, надо теперь, наверное, на... Опять этот чертов дебил на колесе на своем. У него еще колесо это с взрывчаткой, ребят. Ну-ка, молоточек. Опять звезду прозевакали. Да ятрен матрен, а. А вот и портал. Да что ты будешь делать? Блин, опять, ребят, как всегда, не хватило чуть-чуть. Буквально полминутки. Буквально полминутки нам не хватало, и так бы мы... взяли бы ее на три звездочки. Как говорится, взяли бы ее тепленькой. Хэнка бы прокачать бы нам. Ну и этот вот Хэнк, это валун здоровый, который падает и наносит урон. Было бы вообще чётенько. Давай смотреть дальше тогда. Так, тут Плювик, Кентра, очень много летающих. Значит, это говорит о том, что здесь будут, возможно, дирижабли, бочки. В общем, вся эта шелуха подзаборные, как обычно. Ну я о чем говорю.
Да зачем ты мне бьешь ворота-то, я никак не могу понять. Зачем ты мне бьешь, блин? Плювик, ну этот урон несерьезный, что ты вот, вот делаешь. Блин, один идиот на себя берет атаку, а на второго, блин. Это кто, я что ли, блин? Нет, блин, дядя Вася, не ты, Рейд. Дядя Вася, блин. Идиотские вопросы какие-то. Кто? Дед, блин, Пихто. Друзья мои, этот уровень пахнет керосином. Я вообще его не могу взять. Хе-хе! С такими динозаврами нищебродскими. Нет, ребят. Нифига подобного. Просто нифига, просто завалили и все. Вот так вот. Да у нас на самом деле тут хватает барахла, блин. У нас тут уровень есть, который мы с тобой еще до сих пор не прошли. Вот, вот этот вот. На 3 звезды. Сколько я не пытался, у меня не получается. Из-за кого? Правильно, ребята, из-за вот этих долбанных викингов, которые тут будут. Именно из-за них. Вызывать мамонта, потом хил. Такое себе удовольствие, если честно. А с другой стороны, выбора нету. Вот она идет, блин, дрянь это. Дилофа, ну, Дилофа, блин, прокачать было. Теперь этот домик будет, блин, мешаться. Заплевали. Сейчас бомжих пойдет. Идиотина, блин. Ахилл-то что стоит, тупит?
Черт, ну не хватает мощей, блин. Они вальнули, да, все-таки? Пошла звезда, ребят, уменьшаться. Да я не знаю, тут еще бомжиха идет, блин. Еще идет викинг. Так. Вшивый достал уже, а? Вот, с удара, ребята, всех, блин, всех просто с удара. Пнюсь, и все. Один удар дубинкой, и, блин, все мои трупики оказываются. Да, Дилофаза надо прокачивать, ребят, чтобы он был помощнее в атаке. И, возможно, шлем бы ему еще легендарненький или какой-нибудь такой. Дилофаза, вот куда ты убежал, а? У тебя, как всегда, не хватает мощей. Не, он заплевывает, он нормально. То, что их мало. Как-то, ну, не получается тут на 3 звезды, ребят. Ну, просто элементарно не получается. Сам по себе уровень какой-то, ну, длинный. Просто валим, 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 валим. Они бесконечные. Посмотри, сам. Как? Если там их, блин, орда опять же. Непонятно. Мне непонятно, ребят. Не выходит. Слишком много врагов. Тут даже сказать чуть-чуть, это вообще ни о чем не сказать, ребят. Это вообще ни о чем не сказать, потому что, ну, сам видишь. Две звезды улетают в никуда. Просто в никуда. А я еще даже половину игры не прошел, блин. Ну чё, одна энергия, блин, куда? Куда делать попытку? Сюда? Да, сюда. Ну и чё? Вы, конечно, мало... Oh,
Охереть, наяривает. Ну вы дадите мне какого-нибудь путевого, твою налево, блин, динозавр какой-нибудь путевый. По-вашему, путевый динозавр, да? Ну у тебя же легендарная или какая там эпическая шапка. Почему же ты, блин? Эпическая шапка. Египетская сила. Так, эти пираты Карибского моря, блин. Да-да-да, Дилофоза. Бежит. Бежит! Ну, хорош. Ну, естественно, а как же? А как же ты хотел? А там еще и пушка, ребят. А там еще и пушка. Здесь начинается самая трешня, блин. Да бомжиху морозьте, блин. Я не знаю, ребят, не завалили. В эпическом шлеме ведет себя как вата, блин, ватная. Просто как вата ватная. Толку ноль. Что сделать даже не может. Да ты не заколебала ли, блин, издалека-то кидать, блин, свою бочку долбаную?
Вообще урон у меня такой бомжовский, блин. Ну что там у нас? Все хреново. Все, ребят, звезда пошла уменьшаться. Не могу, прям вымораживает меня этот этап, а. Просто он меня вымораживает, ребят. Нытики, блин, долбаные. Вторая звезда пошла уменьшаться. Нет, ребят. Как тут? Пушка плюс самое бесело — это бомжиха, ребята, которая бросает с бочек с пиратов. Просто вымораживает меня она. Вот и так тут проблем, блин, мало. Еще бомжих этих, бомжей выкидывает с бочки, блин. Если так посмотреть, уровень-то сам по себе короткий, блин. Дали бы более-менее нормальных динозавров, блин. Вместо вот этого бы дали бы мне того бы стегу, который нормально наносит урон, а не говно урон, так скажем. Да, если бы эти были бы прокачаны, бы плевуны, было бы, наверное, намного лучше. Они бы хотя бы ну, нормальный урон там наносили, друзья мои. Не очень, конечно, эффективно сегодня. Нет, ну, начали вроде бы нормально. Закончили, как всегда, фиг знает как. Сколько нужно? 12 тысяч. Вот если бы мы с тобой 5 тысяч получили, я бы его как раз прапал. Ну, я, если что, ребят, за кадром, наверное, сделаю, потому что мы все равно с тобой поставим на обновление. И он, как всегда, это будет 3 часа, наверное, обновляться, ждать. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.